Всем привет, вы попали на канал HardReset Info, и в этом видео я расскажу вам, как подключить наушники JBL Wave 300 к вашему Android устройству. Итак, для этого мы берем и отодвигаем верхнюю шторку на нашем Android устройстве, далее нажимаем на значок Bluetooth, чтобы включить Bluetooth, и зажимаем его, чтобы перейти в настройки. Теперь мы берем наши наушники и извлекаем их из кейса. Просто можем положить рядом. Кейс можем закрыть. И теперь ждем. Вот по этим синим индикаторам, которые моргают, мы можем понять, что наушники перешли в режим сопряжения. Теперь нажимаем «Обновить», если что. И ждем, пока Android обнаружит наши наушники. Когда обнаружил, нажимаем на их название. Ждем пару секунд, нажимаем «Подключить». Вот и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!